Мы, реалисты, должны понимать, кризисы приходят и уходят. И этот вот нынешний трудный экономический период, он не первый и не последний. Значит, нам нужно иметь оружие, которым мы пользуемся при возникновении сложности в экономике. Наши люди уже, они все-таки, что называется, ученые, за последние годы, они способны отличить правду от популистских выступлений, от просто болтовни. Поэтому мы должны предлагать только то, что мы можем выполнить. Но стремиться к тому, чтобы выполнить как можно больше. Россия должна раз и навсегда отказаться от догоняющей модели развития. Недостаточно следовать просто стратегии выживания. В этом случае мы отстанем и на сей раз безнадежно.